Ну что, товарищи, свершилось. В моем дворе наконец-то поставили вот такую сетку для раздельного сбора мусора. Не обращайте внимания на пар, это пар от моей руки. Я настолько рад этой новости. И сейчас вот эти мешки, в которых исключительно разделенный мусор, то есть обычная упаковка от еды, всякие там баночки, бутылочки пластиковые. Все это перекочует туда. Ну вот примерно такое количество с одного человека накапливается, ну где-то за месяц-полтора. Я ждал этого момента больше полутора лет. Вот считайте сами, сколько в моем стареньком сарайчике вот такого мусора. Секунду. Сейчас мы все это туда перекинем. Вуаля! Вот смотрите. Красота, да и только. Ну, совсем другой вид. Вы помните старые мусорки? Кстати, вот они. Для смешанного мусора контейнеры пока у нас почему-то оставили старые. Ну что, товарищи, и господа, и дамы, братья и сестры, ура! Это еще одна маленькая победа на пути к улучшению этого мира. Вот из таких побед и получается новый мир. Думаю, что вы теперь будете поступать точно так же. Ну, а дело, собственно, за мусоровывозящими и мусороперерабатывающими компаниями и заводами. Ребята, вся надежда на вас. We are the champions, my friend.